И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, накачали много классных аниматроников, не смотреть, какой же самый страшный. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Серега, давай. Это у нас как называется? Из какой части? Это с FNAF 2 сгоревший Бонни. Блин, он такой... Какие у него способности, покажи. Ползать. Ползать. Назад. Ногой дрыгать, да? Телепортироваться, не становиться невидимым. Ну, да. В общем, полноценный нога. 52 тысячи жизней. У него скримеры есть интересные или нет? Давай. А ну. Ух ты. Головы не было, видел? Да, на меня напала чисто нога, короче, с туловищем напала. Оу, мне нравится. Далее идет одноногая Чика. Она, кстати, крутится, видел, Димас? Она, короче, так вот туловище меняет места с головой, понял? А, ну два подождем. О, смотри. Офигеть, она перекручивается, это получается. Это твои способности, да, на F и на пробел? Нет, это просто анимация стойки, наверное. Еще... А если ты присядешь? А если ты сядешь, что будет? А я присел, ничего не происходит. Чуть-чуть. Да, на контур не работает, да? Давайте посмотрим скример ее. Давай, давай. Ух ты! Как муха. Она так башкой дрыгает. Оп, оп. А ну, Серега, дай я рассмотрю, стой. Поблизи. Поблизи. Она такая чисто сгоревшая. Ткань какая-то натянута. Это мы когда атомную бомбу взрывали, Димас, вот что от аниматроников осталось. Да-да-да. Так, давай, Серега, дальше. Дальше, ну, однорукий Фокси. Ого! Прикольный. Акробатические трюки выполняет. А вот смотрите, когда я нажимаю присесть, он что-то делает. А, он что-то в зубах ковыряется. Нюхает крючок. Да, проверяет на зубок, короче. Так, невидимый. Дождь, невидимость. Так. А, ну понажимай, может звук какой-то правой кнопкой издает, или там пробелом. Не, нажимаю, ничего. Умеет. Умеет телепортироваться. Давай, да, скримеры смотрим. О, он меня крюком бьет. На, прописал. По щам мне. Писал, давай следующий, а? Далее, поломанный Фредди. Красава. Блин, у него вообще глаза нету. О, может быстро? Как червяк Джейми какой-то. Он это, да, как червячок. Так, оп, у него, так, смотри, Димон, волнами. Глаз нету, просто там дырка в голове вообще. Да, и это пуля его пробила жесткой такой. Так, а что он присесть, если он присядет, что будет? Ну вот, ложится. А, он просто лег, да, полежать. У него даже провода, видишь, висят, как Терминатор, да, когда умирал, так лез. Так, ну да, давайте посмотрим скримеры. Давай. О-о-о. Ну а такой себе. Кстати, кажется, как будто он стоит на самом деле. Угольный какой-то челик. Да, чисто уголек. Чисто давай поржать. Далее так идет с FNAF 3-го пилпа кошмарный. О-о-о. Я не знаю, мне смеяться громко. Подожди, Серега, только не убивай. А ну стой, вообще не двигайся, просто я давай рассмотрю. У него, кстати, смотри, руки какие, как у Слэнга. Я не знаю, какие руки должны быть. Он такие похож на SCP. А попробуй в пропеллером поиграть своим. Умеешь на там... Не-не-не-не, там пробел, либо F нажимай, там что-то должно быть, не? А, он смеется, слышишь? Ох, у него жуткий смех, конечно. Ах ты, блин, Серега, не ожидал. На щелкунчика. А ну еще разок меня жахни. Знаешь, как щелкунчик, только версия уже ожирения, понял? Знаешь, похож на какого-то этого Квазимода, такой горбатый. А, да-да-да. Тоже может становиться невидимым и телепортироваться. Так, у него жизни меньше. Балунбой съел какое-то животное, у которого когти очень большие. Ребята, смотрите, пропеллер крутится. Когда я бегу. А, прикольно. А на shift, на shift. Не, нифига, топливо закончилось. Медленный, да? Это, короче, этот прадед Карлсона. О, Чика. Ну-ка, что он будет, если присядешь? Так, она такая, так, знаешь, уютненько села. О, это как официантка. Она стрёмная. Она на официантку похожа. Она такая подёрта, у нее, смотри, вот этот слюнявчик весь такой в говно порванный. Ну-ка, если ты просто встанешь. О, она что-то говорит. Видишь, поднос держит. Видишь, она вот так вот привыкла, что поднос держит. Да-да-да, подноса нет. Дайте чаевые официанту. Нет, друг. О, озвучка прикольная. Да-да-да, она еще что-то говорит нам. В общем, нормально, давай, скримачок. У тебя на правой ноге пальца нет. Блин, такие громкие скримеры. О, нормик пойдет.
Давай-ка. Ребята, а в конце ролика вы напишите в комментарии, какой самый страшный аниматроник для вас показался. Далее идет починенный Golden Freddy. Починенный? Да. А что ты внизу держишь? Челюсть, которая захочет закрыться? Смотри, он ее как, знаешь, выравнивает так вот. Мне аж знаешь что, он, короче, честь отдает и равняет челюсть. Очень странно. Мне кажется, он просто чинит. А, не, нормально. А присядь, ну-ка. О, Дима, представь, сколько новых аниматроников теперь у нас для пряток, для Смочилова. Он кстати, музыка поет. Крутая, да-да-да. О-о-о, давайте-ка выключим музычку. Я тоже, Димон, выключил. Все, давай, пугай нас. Боум. О-о-о, он держал меня и ел в это время. Он да, съедобный? Давай. Далее идет 40 мангу. Тысяч жизни. Ой, о! Это чем? Это манго? Она очень смешная. Блин, ну это жесть, она получается... А ну стой, не шевелись, я просто посмотрю. Это карликовая манго вообще, очень маленькая. Кстати, у них жизни у всех разные, то 40, то 23 тысячи. Надо будет, Димас, еще проверить потом, знаешь что? Посражаться, короче. Надо будет повоевать, чтобы это... Выяснить, какой аниматроник самый сильный, не вас надо проверить. Да-да-да, это в следующей серии. Ребята, если вам нравятся такие рубрики, ставьте лайкосик. И мы в следующей серии запишем, какой аниматроник может... Там просто битву возьмем, там, и запилим. Да. Что-то придумаем. В следующей серии и самый быстрый, и самый сильный. И самый вообще. Страшный. И еще и прятки с ними запишем. Но. Вообще. Но если поставите лайкосик, правильно, Димас сказал. Ты как прикольно бегает. По звуку можно определить. Ух ты, две головяшки. О! Она такие звуки еще противные. Да. О, как это называется штука? Марионетка. Репер марионетка. Только не убивай, я хочу рассмотреть тебя. О, офигеть. Она как? Она может застыть. Как... Это, кстати, о, класс, так и будь. Да. Знаешь, что у вас похоже? На спрута, короче. На грязь какую-то вонючую. На... О, это жена Бенди. Слендер. Не, не жена Слендера. Это жена Бенди. А только в такой позе может застыть или еще в какой-то? Да. Она какие-то звуки издает. О, смотри, как прикольно, о. Когда ходит щупальцами шевелить. Да, интересно. А она проигрывает свою эту музыку марионеточную. Так это марионетка, да? Да, 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 да. Да я знал, просто проверял, знаете ли вы. Правда, она только в мазуте испачканная. Смотрите, как бегает, смотрите, как бегает. Она может невидимо телепортироваться там? Да. Опа. О, звуки издает. Крутецкие. Все, давай, Серега. На меня. О-о-о, она еще башку покручивает немножко. Так, давай, кто у нас там? Дальше идут с FNAF 3-го. Давай. О, Spring Trap. Новёхенький. Только он какой-то... Не, он знаешь что? Он высокий. Смесь нового и старого, знаешь, немножко как-то это переделано что ли чуть-чуть. А чё у него внутри там? Красно. Ноги Фокси, это потом торс от старого этого спрингтрапа, а верх от нового спрингтрапа. Вообще что-то солянка какая-то. Да прикольный. Кишочки внутри. А ну, Серега, иди сюда на свет. А тут и так светло вроде, нет? Да я так просто, смотреть, как анимация ползения у него. Вот так карабкается, как нету, знаешь, неестественно. Угу. Нормально, пойдет, только ускорено вроде бы. А чё там эмоции какие? Ого, он быстрый, ничего себе. Эмоции. Контрол? А, контрол ложится. Только шипит и все. Ого, ты псих. У него пальца нет, смотри, Дима, среднего. А, не, указательного. Да, нормально. Это среднего. У него ласты, кстати, а не ноги. Нифига что себе. Пугать? Давай. Давай. На-на, о, прикольно. Он там типа на стуле сидит и башкой качает. А ну еще раз я хочу посмотреть. А ну испугай еще раз спринтрапом, она. Ну стула не видно, ну да, полы такие деревянные. О, кстати, у меня сейчас это шипение нет, я могу рассмотреть. Во, Дима, смотри. Офигеть. Смотри, кого Серега поставил. Антон Фредди. О, ну-ка, я знаю этого. Он такой, как будто он тоже старый, затертый в говно. А если ты просто вот нажмешь на Ctrl и будешь идти, что будет вот так вот, если не, невозможно, он просто стоит, он не может. А идти. Если ты будешь просто идти, вот иди просто. Ну вот, я шел, сейчас нажал Ctrl. Иду, нажимаю Ctrl. А, он останавливается. Эмоции да. Какие у него интересные. О, классные звуки. Димас, он залетел. Ты что, летаешь, алё?
А на носочки а становится. На носочку, да. Кажется, чуть-чуть... Раз. О, прикольно. Красивый, да? Красавчик. Болотный немножко. О, блин. А? На голове дрожит, руками трясет. Лапы у него здоровые, как медвежьи, даже а мне... больше. Я бы сказал, что мне нравится, но они просто крутецкие. Знаешь, как у клоунов в цирке такие большие лапы, знаешь? О. Фоксюхин без лап, без руки. А у него этого нету. Знаешь кого? Крюка. Сперли крюку. Чё, поломили? Да, поломили, ёлки-палки. Так, чё он может? Невидимым. Так, ну, у него зубы здоровые. 50 жизни. Так, такие же звуки. Офигеть, он красивый. Кстати, а у Фокси должен быть хвост или не должен? Нет, а да, должен быть. Откусили, значит, хвост, оторвали руку. Было бы немножко так прикольно, бы вместо руки хвост, а вместо хвоста рука. Мастер-самоучка сделался. Его угорал жестко бы. Давай, Серега, пугай. На! Ух ты, головой прописал! UFC играл, что ли? Алло. Блин, ну это, кстати, жестко делает он. Давай, следующего. Ребята, ну это просто, я не знаю, это жесть. Это скраббейт. А что с ней? Ну просто не делай анимацию, просто ее рассмотрю. Нифига себе, вот такими ножничками, гоп, и сразу... И нет человека, можно два человека сделать с одного. Она же как бабулька скраббэйби, короче. Да, она как будто старая такая, знаешь? Да, да. Наркомане! Она поднажимай, она должна что-то говорить. Нажимаю, ничего не говорит. Она только пасть открывает и машет своим этим. Понял. Она клешнями своими машет. Да-да-да, клешком. Давайте, давайте пугать. Давай. О, прикольный скример. А тут она, кстати, более-менее накрашенная. А ну давай еще разок, хочу речо посмотреть. Она накрашена, видишь? Да, крутецкая. Более красивая. Прикольно у нее сандали, да, закрученные на краях? Мне нравится. Да. Это как у этих шутов. Не, есть такой мультик. Сандали-скороходы, или как-то это похоже на них. Ну-ка. Ботинки-скороходы. Нифига себе. Как будто ты на коньке. А, должны быть коньки, а у нее не коньки, понятно. Они ее просто... Эти скороходы сделали, как по сказке, я тебе говорю. Да. Вот это ты быстрый. Следующий Ignited Golden Freddy. Да-да-да. О! Поламатый. О, смотри, как он шагает. Быстро. Он и так медленный, а здесь вообще он медленнее стал. Гоню тебя. Это он на работу, Димас, идет. Да-да, а я иду, иду на работу через неделю. Я иду. О-о! Да ладно! Вот так вот. Вот так, да, можно даже. Хорошо. Это он с работы бежит. Да, это он с работы. До свидания! Ушел. Убежал. Да, сейчас он тут поставь. Выбежит. А не, я забыл это, ручку. Ручку. А ну давай, давай скримак а нам я... зафигач. Ну-ка, да. О, он тоже какие-то волны делает. Он не может нас убивать, Димон. Может. Нет, нема скримера. А, ты нас пугаешь, Серега? Да. У него ладно. Не... Он добрый просто, он хороший. Кстати, вот навряд этот ли. Очень похож на вот этого. Да. О, это Фредди шляпник. Без уха. О, есть скример. А, ну примерно так же и желтый будет. Ну, да. Так, давай следующего. И последний. Давай. Креатион какой-то. Воу. Опа-на. Ребята, лайкосик. Как это? Все, он нравится. Смотри, как он Дима задней лапой помогает идти себе. Это вроде из пятого, да, ФНАФа, Димас? Пусть напишет в комментариях, я не знаю. Я не помню, как вот что-то... Смотри, как он идет и руками машет. Та-ра-та, как будто танцует. Он может по стенам лазить, смотрите. Офигеть, Диман, как Диман, ты узнал? Я так и знал, потому что он, видишь, как-то цепляется крюком своим. Офигеть, блин, можно теперь устроить... Кто быстрее ползает по стенам? Да, и препятствием сделать. Ну, мне кажется, этот пострашнее, чем Олтон Фредди. Этот Энда, или не помню, как его зовут. А ты можешь исчезать, ты пехаться? Я могу. Да, телепортироваться могу. Но вместо тяпайте. Того, чтобы становиться невидимым, я ползаю по стенам. Просто своими макарошками вот этими. Дима, что бы ты выбрал, телепортироваться или по стенам? Не, лучше тэпэхаться. Да, тэпэхаться, телепортироваться есть у меня. А по потолку ты можешь? Ну, не знаю. Давай проверим, лезь.
Классно смотреть. Потолок тэпнись и это, и попробуй. А я пробовал сейчас, подожди. Давай посмотрим. Как паук. Блин, типа потолку можно будет вообще сил. А не, жирный. Просто а не. Видишь, такого наклона нету, чтобы он перешел на стену. Мне кажется, можно. Давай, скримак. Да. Ух, кстати, музыка играет, Димон. Хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!